Всем привет! Сегодня у нас в студии новая модель туристической велообуви, контактной. Заметьте, вот такая шикарная подошва, практически плоская, но снабженная специальным протектором для лучшего сцепления с подошвой. И обращаем внимание вот на эту вставочку, армированную стекловолокном. Она защищает подошву и делает ее более жесткой именно в том месте, куда будет монтироваться шип СПД. Вот такая шикарная подошва. Она, как всегда, сделана с применением технологий Shimano. Отлично защищенная боковушка. И вот такая липучка. Это дополнительный элемент крепления не только туфлей на ноге, но и ваших шнурков, что обеспечит дополнительную безопасность при поездке. Очень хорошо защищена внутренняя часть ноги. Специальная асимметричная конструкция, причем мягкая, что также обеспечит комфорт этих туфлей. Создана эта моделька специально для агрессивного типа катания. Gravity, BMX. Вот, но фокус сделан, в общем-то, с упором на комфорт и защиту ноги. Что можно сказать о верхе этой обуви? Это прочная синтетическая кожа, которая обеспечит отличную защиту, дополнительную долговечность и, конечно же, дыхание ноги. Вот эта перфорация, она, в общем-то, хорошо сделает вентиляцию. Колодочка. Колодочка асимметричная, мы это уже с вами посмотрели. Отлично защищает щиколотку и верхнюю часть стопы. Подошва резиновая из специального материала, который создаст отличное сцепление с грунтом, потому что эти туфли сделаны не только для поездок на велосипеде, но и для удобной, комфортной ходьбы. Совместимы эти туфли, как и всегда традиционно, с педалями СПД и имеются в нашем веломагазине. Приходите, есть все размеры. Запоминаем название модельки. Это АМ5. Она имеется в двух цветах, черном и вот таком военном зеленом. Прекрасная модель, прекрасные туфли. Сделаны они, конечно же, трудолюбивыми китайцами. Вот их размерная сеточка. Обращаемся, подбираем размерчик и получаем кайф от катания. С вами Веломода.